такие сатсанги зачастую предлагают человеку действительно анестезию, они предлагают просветление, как некое средство решения от всех проблем. А это не так. Просветление заключается в том, что ты точно чувствуешь, ощущаешь, знаешь самого себя в каждый конкретный момент и знаешь, как помочь себе. И знаешь, как справиться. Даже если не знаешь, как справиться, ты запрашиваешь самого себя и получаешь ответ. То есть ты чувствуешь свой свет, ты его ощущаешь, ты его слышишь, ты его осознаешь. А не так. Капец, с детьми то, и с мужем, с женой то, на работе так, там как-то бизнес полетел, то поеду-ка я на сатсан. Нет, никогда. Это бегство. Это действительно такая внутренняя трусость с попыткой как бы спрятаться, как страус, но только, к сожалению, не в песок, а в асфальт, прям со всей дури вот так вот голову туда и ничего не замечать. Единственный печальный нюанс – вытащить голову, если, конечно, она еще останется, все равно придется. И то, что все равно по факту предстанет перед взором, будет печальненько, будет необратимо.